Кирилл, Алексей, добрый день. Снимаем видеообзор по рубке вашего сруба. Вот сейчас я снимаю первый колодец. Основание нашего дома. Прямо это у нас основной вход. Терраса, слева гараж на две машины. Соединительные бревна вот есть посередине для равномерной усадки сруба и правильной рубки. Вот это дальше у нас первый колодец. Дальше у нас идет, вот видим справа, второй колодец. Вторая часть первого этажа. Уже заканчиваем рубить гараж. Первый этаж, еще пару рядов. Там вот дальше мы видим, где стоит машина. У нас выноса сделаны под барбекю, зона барбекю. Дальше уже будет установлен третий, четвертый, пятый. Всего будет 6 колодцев. Также снимаю лес, который заготовлен, из которого мы рубим. Там вот бревна корят. Дальше уже рубанят и чистые бревна подают на изготовление сруба бригаде. Где-то небольшие помарки, которые есть, грязь потом шлифуется, обрабатывается антисептиком и сруб отправляется. Спасибо за внимание, до свидания.